Кабаева рассказала и о детях, и об их отце. В голове не укладывается. Знаменитая гимнастка Алина Кабаева недавно дала интервью, в котором, как обычно, была затронута тема детей. Так уж вышло, что до сих пор ходят слухи, будто у спортсменки тайно родился ребенок. Причем от самого Владимира Путина. Алина решила раз и навсегда закрыть эту тему и рассказала всю правду о детях. «Зачем мне оправдываться? У меня нет детей, к сожалению. Я очень об этом мечтаю, правда. Если бы я обращала внимание на все сплетни, я бы вообще не стала олимпийской чемпионкой и политикой. Самое главное, что я в себе настолько довольна, настолько спокойная. То, что я делаю, я получаю удовольствие от того, что у меня это получается».